Вакцинирование населения против коронавирусной инфекции началось с этой недели в ЕАО. Всего в область поступило 3342 единицы вакцины. В областной поликлинике ежедневно ставят прививку против ковид не менее 30 человек. В основном люди пожилого возраста, те, кто более подвержены риску заражения. Для защиты своего здоровья и безопасности окружающих людей. Прививку ставят не каждому. Сначала необходимо посетить кабинет инфекциониста. Противопоказания к вакцинации могут стать острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в период обострения, беременность и грудное вскармливание, а также возраст до 18 лет. В случае, если противопоказаний от врача не имеется, можно пройти в прививочный кабинет. Вакцинация проходит в два этапа промежутком в 3 недели. Вакцину можно получить не только в Биробиджане, но и во всех районах области. Массовая вакцинация от COVID-19 проводится не только в городе Биробиджане, но и во всей области. Сделать прививку можно в любой районной ЦРБ. Для этого просто нужно позвонить в регистратуру, записаться, прийти к врачу, значит, понять, что у вас нет никаких противопоказаний, пройти в процедурный кабинет и сделать прививку. Граждане относятся к новой вакцине с осторожностью, но медики уверяют, риск минимальный. В ЕАО на данный момент не выявлено ни одного случая осложнения после вакцинации. У нас осложнений еще пока не было ни одного. Все реакции после проведения вакцинации, такие как повышение температуры до 38 градусов, гриппоподобное состояние, боль, отечность в месте гиперемии, являются нормальными состояниями после прививки. Вакцинацию в поликлинике может пройти каждый совершеннолетний житель области. Процедура бесплатная. Юлия Долгополова, Богдан Патрин, Новости 21.